Одним из проектов Северо-Якутской опорной зоны по развитию Арктики станет Жатайская судоверфь. Ее возведут на базе Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. Для этого по программе развития Арктики выделят почти 6 миллионов рублей. На будущей судоверфи планируется поставить и южнокорейское оборудование. Весь процесс по строительству судов будет максимально автоматизирован. Объем работы увеличится, поэтому дополнительно появится более 1000 рабочих мест. Финансирование проекта начнется с 2019 года, а пока завод производит текущий и очередной ремонт, а также модернизирует суда. У нас модернизация вообще в плане стоит три судна. Два проекта вот по ТО, 1500, которая грузоподъемность, и одна линонефть. Но в связи с тем, что вот с годами накапливалось, у нас две линонефти находятся уже более 10 лет на модернизации, не было финансировано. Сейчас наше правительство изыскало финансирование через компанию «Риг Плюс». Выделяется финансирование, вот 500 миллионов выделили, и мы их сейчас осваиваем. И вот с теми годами то, что было начато, и сейчас мы вот их достраиваем.